Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Во втором отделении будет звучать музыка современных авторов. Во втором отделении с оркестром выступает известный баянист, заслуженный артист России Александр Капитан, профессор Дальневосточного государственного института искусств. Имя этого исполнителя хорошо известно не только на родине, но и за рубежом. С нашим оркестром Александр Кириллович сотрудничает на протяжении многих лет. И он не раз являлся не просто исполнителем, но и инициатором исполнения многих произведений, особенно современных авторов. Назову только два. «Семь слов Христа» Софии Губайдулиной и «Страсти по Иуде» Михаила Броннера. Это артист, который не довольствуется никогда достигнутым. Он в постоянном поиски, в постоянной творческой работе, в творческом движении, поэтому каждая встреча с ним всегда интересна и памятна. И на этот раз Александр Капитан исполнит два произведения современных композиторов, абсолютно друг на друга не похожих. Первое — сочинение Ришара Гальяна, произведение, которое уже звучало во Владивостоке, но наш оркестр исполняет его впервые. Гальяна, напомню вам, французский композитор, аккордеонист, создатель уникального стиля «Новый мюзет». И позволю напомнить еще три момента, которые так или иначе повлияли на его творческую судьбу. Во-первых, то, что он родился в семье аккордеониста. Его отец был исполнителем, и первые уроки сыну он дал, когда тому было всего 4 года. Позже была учеба, в том числе в консерватории в Ницце. Были победы на крупных международных конкурсах, в том числе на Кубке мира среди баянистов-аккордеонистов. Второй момент, когда молодой музыкант уехал в столицу с юга Франции, он перебрался в Париж и начал сотрудничать с известным певцом Клодом Ногаро. Он руководил его ансамблем, он делал аранжировки, он сочинял музыку. И позже он признался, что именно вот эта работа повлияла на него в том смысле, что мелодию он стал ставить превыше всего. «Каждое новое произведение, — говорил Гальяна, — я сочиняю как песню, несмотря на то, что это инструментальная вещь». Третий факт его биографии — это, конечно, встреча и творческая дружба с Астором Пьяццоллой, известный аргентинский музыкант, создатель «Танго Нуэво», который однажды своему младшему коллеге дал такой совет: «Если ты хочешь добиться успеха, ты должен свою музыку, в своей музыке опираться на традиции своей страны, то есть на французскую народную традицию». Гальяна внял этому совету, и появился стиль «Новый мюзет». Именно в этом стиле будет представлено произведение, которое сегодня мы услышим. Это маленькая французская сюита. В ней 5 частей. Первая часть — прелюдия, вторая часть — серенада, третья — грустный клоун, четвертая — интерлюдия, и заключительная, 5-я, это вальс. Итак, Ришар Гальяна, маленькая французская сюита в 5 частях. Исполнители: Тихоокеанский симфонический оркестр, дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов, солист, заслуженный артист России Александр Капитан. Thank you.
Thank you.